Погрузочные краны, главные символы Нижегородского речного порта, которые маркировали город как индустриальный, сегодня оказались не нужны. По новой планировке территории на месте порта будет разбит сквер. Место для погрузочных кранов в плане не предусмотрено. А накануне пал и еще один индустриальный рабочий гигант. Поскольку на предприятии введена процедура банкротства, все имеющееся имущество порта должно быть продано. В том числе и краны, которые попросту распиливают и продают на металлолом. Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков уверен, что оставшиеся инженерные конструкции могут стать отличным символом города. Два последних крана, я думаю, вполне можно сохранить и уже насыщать функции и включить ее в планировочную структуру. Это вполне реально. И вот они будут символом напоминания. Этого будет достаточно. Архитектурный критик Марина Игнатушко уверена, что Нижегородский порт вообще уникален. Краны трудно рассматривать без привязки к историческим пакгаузам, а все это составляет единую территорию. После того, как в 90-е годы данное предприятие перестало выполнять свою функцию, никто и не думал о смысле данной территории, о том, что она значит для нижегородцев. Пусть эти краны не идеальные, пусть они там смешные, пусть какие-то устаревшие конструкции, предположим, да? Но если люди, вот нижегородцы, будут приходить туда с детьми, видеть все это и помнить о том, что здесь был порт, из порта начиналась ярмарка и так далее, и все это будет прекрасно. На самом деле кран – это просто знак. Знак того, что мы помним о своей истории. Эти места уже облюбовали архитекторы, которые несколько лет подряд экспериментировали в Нижегородском порту. Вот так французский художник Савье Жуйо со своими студентами создает инсталляцию из парашютной ткани и целлофана, ловит ветер двух рек и рыбачит в Волге. На сегодня, чтобы спасти оставшиеся краны, в первую очередь требуется политическая воля руководства области. Именно региональные власти занимаются благоустройством этой территории к проведению чемпионата мира по футболу. Алексей Рожин, Георгий Захаров, столица Нижней.